В Краснослободском районе прошли двухдневные учения силовиков и спецслужб. Оперативный штаб Мордовии учился отражать террористическую атаку на учебное заведение. Действия разворачивались в местном медколледже, куда проникли два условных террориста и взяли в заложники 5 студентов. По легенде, преступники выдвинули политические требования, а также требовали предоставить автомобили и деньги. В противном случае грозились взорвать здание. К колледжу были направлены все экстренные службы. Действия лиц, захвативших заложников, были квалифицированы как террористический акт. На территории района вводились красный уровень террористической опасности и режим контртеррористической операции. Переговоры с бандитами по освобождению заложников не принесли положительных результатов. Силовики начали штурм здания. Бойцы спецназа стремительно вошли внутрь колледжа. В результате штурма одного из бандитов ликвидировали, второго обезоружили, и все заложники были спасены. Пожарные в рамках учения отрабатывали легенду тушения возгорания из-за подрыва СВУ, а также проводили эвакуацию пострадавших при помощи автолестницы. Все поставленные цели, как отметили в оперативном штабе, были успешно достигнуты. Анастасия Есемушева, программа «Происшествия».